временами возможны дожди. Прямо сейчас в Москве около плюс 8, давление 735 миллиметров, существенно ниже нормы, влажность воздуха 89%. Радио России. Проспер Мариме. Локис. Читает заслуженный артист России Сергей Колесников. Третья серия. Вдруг граф, расхохотавшись, воскликнул. Да, да. Вы меня узнали. Узнал? Конечно. Вчера вы поймали меня на большой шалости. О, граф. Целый день я сидел, не выходя у себя в кабинете, с головой.